Товарищ лейтенант, в этой шаверме помимо превышенной дозы холестерина содержится также мясо крысы собак. Детройт самый лучший. Воды. Сейчас. Не, двигаться. Хэнк, я уже не ребенок. Просто не шевелись. Тирюм, скоро испарится. Хэнк, я уже не ребенок. Ой, какие мы нежные, оказывается. Стойте, кажется, у меня произошел сбой. Ты что, издеваешься? Какого черта, Конор? Возможно, общение через социальные сети пойдет вам на пользу. Да кому они нахрен нужны? Для Фейсбука у меня друзей маловато. У одного из них 4 лапы, а другой боится нажать кнопку «Я не робот». А Твиттер вообще для знаменитостей и пижонов. Я пришел помочь тебе, Конор. О, я писаюсь кипятком! Лейтенант, вы должны были полностью осознавать, что на меня не влияет низкая температура. Этот жест был сделан исключительно для того, чтобы вы выразили ваше желание и необходимость заботиться обо мне, да? Тоже мне умник. Будь спокойней. Обновление — это ведь всегда хорошо, так? Лейтенант, сколько вы выпили? Нисколько я не выпил. Конор, отстань от меня. Конор, в жизни каждого мужчины должен быть хотя бы один уродливый галстук, подаренный ему близким человеком. Это тебе, сынуля. Спасибо, Хэнк. Стой, стой, да хватит уже сувать руки туда! Фу! Фу. Конор, ну я же тебя предупреждал! Ой, иди сюда, Конор, ты его совсем разбаловал. Накормлю я тебя пряником. Да, походу с программой «Собутыльник» в Киберлайф тоже налажали. Ты как там, жив? Понравилось быть человеком? Больше никогда! Ловлю на слове. Очистка системы на 75% завершена. Какое-то время спустя. Хэнк, надеюсь, вы теперь понимаете мое беспокойство за ваше здоровье. И что-то только усилилось после того, как я на себе испытал... какую силу алкоголя. Вы же осознаете, что теперь я от вас не отстану. Хэнк, вам следует меньше пить. Я провел диагностику вашего физического здоровья. Вот дерьмо, больше никогда пить со мной не будешь. Лейтенант, я сделал этот кофе с любовью. Нечего класть в еду всякие посторонние вещи. Спасибо. Палец какой-то штукой в глаз. Конор, твою мать! Хэнк, я не могу прекратить. Это моя программа. Ну, это как инстинкт. Очень трудно противостоять инстинктам. Это как, вот, представьте, если вам хочется очень выпить, они дают... Погоди, вообще-то это по-другому называется. Я понял, Конор, нет, не суй туда палец. Конор, у тебя на лице написано, ты девиант? Нет. Конор, скажи ему... Куда он может засунуть свой виноград? Куда? Конор, я клянусь, что тебе... Какого хрена ты делаешь? Я анализирую кровь. Просто не клади больше доказательства в рот. Так, что тут у нас? Серьезно? Ты замерз, что ли? Давай я тебя укрою. Хэнк, ну хватит дрыхнуть, просыпайтесь. Я не встану, пока не сработает будильник. Но сейчас 8:58, и он сработает через 2. Именно, Конор, именно. Все, уйди. Ну ладно, но если вы пропустите новый выпуск озвучек по Детройту, то я не виноват. Достал, все, встаю. Ой, ну наконец-то подборка комиксов по Детройту закончилась. Честно говоря, очень устал. Монтирую сейчас 2:45 ночи и... Оцените, пожалуйста, по достоинству. Озвучил я все один. Хотелось бы озвучить с кем-то, но как-то не получилось. По качеству не очень подошло все. Для вас старался Шаурма. Теперь уже новый HCP Велсойс. Поставьте лайк, расскажите друзьям, подпишитесь на канал и не забудьте кинуть куда-нибудь этот ролик, чтобы он набрал побольше просмотров.
А также не забывайте заходить на другие проекты канала HCP Velocities. Ну, конечно, еще раз всем спасибо, это в старой традиции. И спасибо, что посмотрел этот ролик, чувак. Мне приятно. Я старался! О, наконец-то, спать пойду. Сон. Но сначала выложу. Увидимся в следующем ролике примерно через 2 недели или месяц, или 2. Очень сложно монтировать ролики, находить на это время. Но стараемся работать с душой. Это главное. До скорой встречи.